Флора Финч, британская актриса немого кино. Родилась в Лондоне 17 июня 1867 года в театральной семье. Еще будучи ребенком, была перевезена родителями в США. Последовав примеру родителей, Финч связала свою карьеру с театром, начав свои первые выступления в водевилях. В 1908 году началась ее карьера в кино на студии Biograph Company. В последующие 10 лет Финч сыграла более чем 200 немых короткометражках, где ее коллегами по экрану были такие звезды, как Роско Арбакл, Мак Саннет и Чарли Чаплин. Наибольшую популярность ей принесла работа на студии Vitagraph Studios в 1910-1915 годах, где в команде с актером Джоном Банни она появилась в ряде комедийных фильмов. После его смерти в 1915 году ее карьера начала постепенно затухать, а с началом эры звукового кино она стала довольствоваться только эпизодическими ролями. Последний раз на большом экране она появилась в 1939 году в фильме «Женщины», исполнив роль телеграфистки. В конце того же года Флора попала в больницу со стрептококковой инфекцией, в результате которой развилась бронхиальная пневмония, и актриса впала в кому. 4 января 1940 года, в возрасте 79 лет, Флора Финч скончалась от заражения крови. Известно, что актриса была замужем за Гарольдом Марчем, но, по-видимому, детей у них не было.